Спецвыпуск новостей птичьего городка с Чик-Чириком. Я Чик-Чирик. Это я. Еще один дом рухнул с дерева, убив трех птиц внутри. Это седьмой упавший дом за последний месяц. Все внимание приковано к строителям. На связи со строителем птичьих домиков Алексей Коготков. Спасибо, Чик! Вы чувствуете ответственность за разрушающиеся дома? Мы просто делали свою работу! Я клянусь, это все эти потасканные мамаши с 20 детьми! Под их весом дома просто падают! Распутные птички, захватывающий Алекс. Можно дать слово распутной птичке? Вот и распутная птичка, Чик. Скажи мне, шлюшка, как вы думаете, может ли увеличение веса яиц быть причиной падения домов таких шлюшек, как вы? Звучит как горячая дискуссия, Алекс. Давайте соединим этих двоих и послушаем их доводы. Ладно, я рад, что закончил с этим. Вернемся к вам, Алекс. Что у вас есть для нас? Спасибо, Чик. Это местный продавец семян. Мэм, что вы думаете о сложившейся ситуации? Все, что нам нужно, это больше опорных балок и более прочные веревочные крюки. Мы могли бы попросить мэра выделить строителям больше средств, и они сразу же все исправят. Мэр прекрасный человек, и я уверена, что он нас услышит. Ага. А что скажешь ты, старая птица? Нахуй мэра! Захватывающий, Алекс. Люди действительно ненавидят мэра. Угу. Да. Невероятно. Сейчас мэр проводит публичную конференцию по урегулированию проблемы. Что если нам просто пожить на земле? Абсолютный позор. Что об этом думают птицы, Алекс? Хорошо, найдем кого-нибудь. Эй, ты, пилищи опорную балку дома. Что вы думаете по поводу речи мэра? Чё? Он еще не слышал речь мэра. Прошу прощения, Чик. Все в порядке, Алекс. Воистину захватывающе. На текущий момент у нас все. Перейдешь к следующей теме, Алекс. Хорошо. Далее у нас есть поистине захват. Не используй это слово, Алекс. Это мое слово. Далее в новостях птичьего городка. Предзнаменовение. Что это такое и портит ли оно изюминку? Animations, yeah! And how about you, old senile... senile?